Поехали! Итак, мы продолжаем. Друг Никитос расскажет немножко о себе. Родился в городе Санкт-Петербург, прошел обучение в гимназии номер 513. Играю в группе «Домашняя темнота». О, хороший вопрос. А как ты попал в эту группу? Как тебе пришло это желание играть в группе? Ты играешь на барабанах? Да. Как получилось так, что ты стал играть на барабанах? Расскажи этот интересный случай. Абсолютная случайность. В 2018 году сижу, думаю, чем бы заняться. Хожу к матери, говорю: «Мать, хочу играть на барабанах». И в следующую неделю у меня появляется электронная барабанная установка. Я иду на занятия в контору, которая называлась, да и сейчас называется «Школа рока». И так получилось, что буквально в соседнем кабинете занимался мой одноклассник на электрогитаре. Поразительная история. Если мне вдруг чего-то захочется поиграть на барабанах, у меня вряд ли появится на следующей неделе электроустановка. Я вряд ли обнаружу в своей школе друга, который играет на электрогитаре. То есть вот так вот все у тебя совпало. Да. Все идеально. И ты сейчас играешь в своей группе, и тебе это безумно нравится. Безумно нравится. И ты жалеешь только о том, что... Не занимался этим раньше. Фантастическая история, фантастический Никитос. И ты в ближайшее время едешь в Москву. В Москву со своей группой. 30-31 концерты в Петербурге и в Москве. Ну вот, расскажи еще пару слов о своей группе. Где, когда можно тебя увидеть, поставить, так сказать, не только лайк, но и поаплодировать вживую. Я забыл название клубов. Неважно, потом, когда вспомнишь, допишем, ты мне это скажешь, и я прикреплю сюда. Так что, друзья, вот так все просто, вот так все может получиться мгновенно. Главное этого захотеть. Правильно? Правильно. Все. Всего доброго. До встречи.